Стихийные рынки в Рязани давно являются камнем преткновения. Торговые палатки разбиты то в одном, то в другом месте, порой не самым подходящим. Администрация ведет борьбу с несанкционированными местами торговли давно, но такие рынки возникают либо в других местах, либо возобновляют торговлю через некоторое время по тем же адресам. Продавцы, особенно пенсионеры, торгующие своим скромным урожаем, сетуют на то, что и рады бы разместиться на официальных рынках, но из-за высокой аренды такой вид бизнеса становится убыточным. Так как же сделать, чтобы было удобно и продавцам, и покупателям, и никому не портило впечатление от городских видов? На днях в администрации утвердили список адресов, по которым торговля на улице будет разрешена. Это пересечение каких-то пешеходных трафиков для того, чтобы людям было удобно подъехать, для того, чтобы им удобно было дойти, и для того, чтобы население города Рязани, гости города получали качественную продукцию именно рязанских сельхозтоваропроизводителей по доступным ценам. Вопрос торговли в непредназначенных для этого местах не раз поднимали на совещаниях мэра Елены Сорокиной с руководителями структурных подразделений. В результате подбор площадок, рекомендованных администрацией, сделали таким образом, чтобы в каждом районе было достаточное количество торговых мест для рязанских производителей. Этих мест 24. Они находятся в каждом из 4 районов нашего города. В первую очередь для того, чтобы было удобно и продавцам, и покупателям, эти места определены на точках наибольшего трафика и для того, чтобы было удобно реализовывать свою продукцию. Тем, кто хочет на этих торговых площадках реализовывать свой товар, необходимо обратиться в Министерство сельского хозяйства для обязательного получения письма-приглашения, которое дает разрешение на осуществление торговли.